нас на самом деле, вот, пожалуйста, я вот это вот последнее, что я вам хочу сказать, пожалуйста, послушайте внимательно. Все, что происходит с нами в жизни, математически точно от Бога. И если я прохожу благость, Он меня испытывает со всех сторон. Поэтому мне будет казаться уже во благости, да, а вот посмотри, что творят. Это Бог испытывает. И поэтому Он говорит, да ты что, такая ты благостная, ну давай посмотрим. И поэтому первое, что мы должны понять, что это мы делаем не для кого-то, хоть заэксплуатируют пусть, это же я для себя, я развиваюсь. Как Шалва Александрович сказал очень замечательно. Я, говорит, собираюсь сейчас идти к моему лучшему другу. Уже скоро, мне 87 лет, и уже очень скоро это будет долгожданная встреча. Как вы думаете, я когда к нему приду, я что ему скажу? Читал ли ты мои книги? Смотрел ли ты мои семинары? Ну, это же смешно. Представляете, вы Богу приходите и говорите, ты смотрел мои семинары вообще, да? Он говорит, все, что я делаю, чтобы улучшить себя. Поэтому продолжайте улучшать себя.